Всем доброго дня и хорошего настроения. Я сегодня буду готовить салат, который называется «Король в гневе». Почему он в гневе, я не знаю. Наверное, мало досталось ему этого салата. Если вам интересно, что же разгневало так короля и что это за салат, оставайтесь со мной, будем готовить его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? На 200 грамм отварного мяса, это может быть говядина или курица, 2 средние отварные картофелины, 1 крупная свекла, морковка по-корейски 100-150 грамм, половинка крупного яблока или одно небольшое, майонез, соль, перец по вкусу. Приступаем. Первым слоем в салате идет мясо. Нарезаем его мелкими кубиками. Смазываем майонезом. Следующий слой – натертое на крупной терке яблоко. Если яблоко очень сочное, отожмите сок, иначе будет салат водянистый. Следующим слоем идет натертый на крупной терке картофель. Слой картофеля немножко посолить, поперчить, смазать майонезом. Следующий слой – морковка по-корейски. Если морковка очень сочная, то тоже отожмите ее. Морковку майонезом смазывать не надо. Ну и последний слой – натертая на крупной терке свекла. Ну что ж, салат готов. Надеюсь, что он понравится и вам, и вашим гостям. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи в